2 миллиарда долларов. Именно во столько обойдется строительство дорог в нашей республике. Об этом сегодня сообщил сенатор Асхат Кузеков. По его словам, реализация транспортно-логистической инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в послании главы государства. И развитие этой отрасли создаст порядка 200 тысяч рабочих мест. По развитию транспортно-логистической инфраструктуры нам, парламентариям, предстоит работа по законодательному обеспечению строительства и реконструкции основных автодорожных проектов страны. В среднем в год объем финансирования на строительство дорог составит свыше 2 миллиардов долларов США. Это позволит увеличить мощность и создать новые предприятия по выпуску и перевозке дорожно-строительных материалов во всех регионах, обеспечить на время строительства работы местное население.